Здравствуйте, Виктор. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, одуванчик, на моем тестовом объективе. Сейчас я его проверю в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 2 до 32. Почему до 32, вы увидите из таблицы поправок, и я об этом рассказываю в моей видеоинструкции по установке одуванчика. Калибр для установки одуванчика на ваш объектив не нужен. Ориентируйтесь по красной точке на объективе. Делайте все точно по моей видеоинструкции, и у вас очень быстро все получится. Не забудьте обезжирить поверхности перед наклейкой одуванчика. Ни в коем случае не наливайте клей прямо из тюбика на поверхность объектива. Внутри упаковочки с клеем я положил зубочистку, с помощью которой вы и нанесете очень небольшую капельку клея для установки одуванчика. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.